независимость. Хорошо это или плохо? Ну, понятно, что зависимость, независимость, если в этой альтернативе рассуждать, то независимость — это, конечно, лучше, чем зависимость. Да? Свобода лучше не свободы и так далее, и так далее. Все мы знаем классиков. Вопрос на самом деле в другом. Что вы определяете для себя как объект зависимости? Ну, как вот причину вашей зависимости. Если вы в зависимых отношениях и вы хотите независимости, тут все понятно. Но кто оказался в этих зависимых отношениях? Может быть, вы зависимы от своего страха, страха потерять эти отношения, и вы платите таким образом за то, чтобы у вас был рядом этот человек. Или вы боитесь, что не найдете кого-то другого? Чего вы боитесь? И от чего на самом деле вы зависимы? Вполне возможно, что вы зависимы от самих себя. И эту зависимость, и эту независимость нужно, с одной стороны, понимать, а с другой стороны, обретать. Независимость от своих вот страхов, от своих комплексов, от своих каких-то внутренних предрассудков. Вот такую свободу я бы всем рекомендовал. Ну так что, независимость, какую выберем? Что скажете? Поделитесь в комментариях.